Абитуриент на вес золота. В этом году, по прогнозам специалистов, между вузами развернется настоящая борьба за будущих студентов. Ведь только в нашей области на каждого выпускника приходится 3 места в университетах. Об особенностях новой вступительной кампании в следующем сюжете. Так мало, как в этом году, их не было никогда. Выпускников только в Запорожской области в 2011 году меньше, чем в прошлом, практически в 2 раза. Но это не значит, что учиться бесплатно на бюджетном месте сможет каждый желающий. В связи с демографической ситуацией Министерством образования было принято решение сократить госзаказ для вузов на 42%. Госзаказ на популярные специальности уменьшили, и того больше. Больше всего это коснулось юридических, менеджмент, экономика, то есть тех специальностей, которые не так востребованы в Украине, но очень популярны среди родителей и выпускников, но там уменьшили значительно больше объем госзаказа. Потом министерство здесь регулирует в зависимости от потребностей нашей экономики. В остальном же шансы поступить в вуз у выпускников 2011 года максимальные. В вузах Запорожского региона мест в 3 раза больше, чем потенциальных абитуриентов. И это первый признак того, что очередей в приемной комиссии в этом году будет меньше, говорит руководитель областного управления образования. Чтобы избежать толкучки, в этом году увеличили период приема документов в 2 раза и впервые ввели систему электронного поступления. То есть можно, не приходя в ВУЗ, через единое информационное окно Украины, портал есть такой министерский, подать вот в определенные самим абитуриентам ВУЗы документы в электронном виде. И приемная комиссия ВУЗа подтверждает прием документов, и на этом все. Дальше он уже участвует в конкурсе, и если он по конкурсу проходит, он тогда приносит оригиналы документов в тот ВУЗ, в котором желают учиться. Упрощены правила для поступления и для выпускников прошлых лет. В этом году они смогут поступать по сертификатам 2010, 2009 и 2008 годов. А те, кто закончил школу до 2007 года, имеют право выбора. Абитуриенты, которые закончили школу в 2007 и раньше, им дано право выбирать, то ли поступать в ВУЗ по сертификату независимо внешнего оценивания знаний, то ли через экзамены традиционные, как было всегда. Принимать документы от выпускников вуза начнут уже с 1 июля. В этом году потенциальных абитуриентов в Запорожской области насчитывается немногим более 7 тысяч человек. Чтобы заманить их к себе, вузы даже не будут повышать стоимость обучения, прогнозируют специалисты, чтобы оставаться конкурентоспособными в такой непростой для них ситуации.